Здравствуйте, наши всегда занятые друзья. С вами Наталья и Дженни. И сегодня вместе с руками шефа мы покажем вам, как приготовить сверхпростой и сверхполезный утренний суперфуд. Начнем. Мы используем замороженные овощи для быстроты и безопасности. Вот, руки нам показывают, какие именно овощи у нас в наборе. Брокколи, морковка, горошек, кукуруза. Замечательный комплект. Дальше мы добавляем еще один обязательный ингредиент, а именно банан. Режем его на небольшие кусочки и в блендер. И мы всегда добавляем зеленое яблоко. Дальше вы можете экспериментировать с овощами и фруктами на свой вкус. Зимой мы добавляем имбирь, иногда добавляем цедру лимона. Добавляйте любые ягоды, сезонные фрукты, творите. И еще один обязательный ингредиент – это соевое молоко. Его добавляем совсем немного. Ну вот, весь наш состав полностью готов, и мы начинаем взбивать. Ну вот и готова наша прекрасная утренняя смесь, наш суперфуд. Этот прекрасный смузи даст вам необходимые витамины, клетчатку и энергию на весь день. Приготовьте, и вам понравится. Смотрите наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите вопросы в комментариях, обещаем быстро ответить. Спасибо, что смотрели. Будьте здоровы и счастливы!